Привет! Это игра под названием Darksiders. И мы продолжаем топать. У меня всегда меч этот светился. Нет? Да? Там он опять летать нужно будет. Разорвем его на кусочки об асфальт и получим свое здоровье. А ты куда? Практически ничего не приносит. Он дал одну душу. Душу. Что это? Душу, блин. Эх. Сколько вас здесь? Чего вы такие доставучие? Если их убивать так, то за них дают две души. Что это такое? Это нельзя взять? Это как-то светится странно. А если рог использовать? Как оберег какой-то. Отдыхай. А я отправлюсь наверх. Должно быть, раньше это был твой дом, раз ты тут тусуешься. Там вон я сундук видел. Ты чего приперся? Можешь там полежать. Или сюда мне и нужно, потому что тут вот летать можно. Скорее всего, да. Или нет. Да, определенно да. Внизу я ничего не обыскал, ну да ладно. А ну подойдите ко мне, а? Я вас порублю сейчас. На маленькие ломтики. Это ведь бывшие люди. Они ни в чем не виноваты. Просто тут раньше времени война началась. Там что-то говорили, то, что когда люди будут готовы, тогда эти печати снимутся. Опять этот гигант. Тогда эти печати снимутся и не будет больше перемирия. Но люди ведь не были готовы. Они начали воевать. И, судя по всему, победил ад. Потому что я тут не вижу никаких ангелов. Ты машину в меня бросил, козел? Блин. Как классно я попадаю, а? Где она? А, я думал, в тебе машины не надо будет бросаться. В прошлый раз... Ой, боже, я проиграю. Я выглядел как демон. Я был сильненьким таким. Теперь у меня есть только... Голубый рог. Вороты. Как тебе такой расклад? Я и так вроде победил. А разрушитель это может как раз тот здоровый говнюк, который нас в руку засунул. И раздавил, или что там произошло, я не знаю. За ним здоровье вот было, я помню. Давай, долети. Вон тот сундук.
светится. Лучше бы там души были. Ну так если это тот самый разрушитель. Вот тут осколок камня жизни. Найти 4 осколка можно собрать камня жизни, который увеличит максимальный запас здоровья. Вряд ли я смогу за всю игру хотя бы 4 найти. Так вот, этот разрушитель просто огромный. Где вот вообще мои братья? И что тогда со мной случилось? Вот он его раздавил, и он попал непонятно в какой мир? Или что? Или он просто думал, что тот сдох, выбросил его, а потом совет его нашел? К тому же его 100 лет не было. Там наверху что-то светится. Как это открыть? Тут нет ключа. Может быть, у тебя он есть? Нет? Так просто ведь я до тут не долечу. Да не так только. Сундучок. Неплохо. Люблю открывать сундучки, у меня же... Уже 2500. Ой. Может подраться этой вещью? Да блин. О, тут сундук еще. Какой-то он странный, я думаю, это чемодан. Хотел взять его. Вот, будем их столом избивать. Сломался кто-то. Может, там как раз тот самый ключ? Ключ наблюдателя. Богато украшенный ключ с нанесенным на него символом глаза открывает ближайший барьер. Ничего тут нету больше? Нет. Ну, значит, туда мне и нужно. Во второй части нужно будет за его брата играть смерть. А насчет третьей части пока еще ничего не известно. Возможно, там будет следующий брат. Или сестра. Но там еще чума и голод. Вроде как. А вот и как раз из рая прилетели. Сюда. Я только что говорил то, что луплю только адовых никого существ. Нет уловки демонов. Адских. Я знаю, что видел. Он прав. Уриил. Что-то есть. Под завесой скверны этого места. Вы чувствуете? Нечто другое. Не из града света, но и не из темных глубин. Нечто отринувшее обе стороны. Воины небес! Как этим управлять? Ангельский скакун. Чтобы выстрелить, нажмите, чтобы поймать врага как цель для самонаводящегося снаряда, нажмите и удерживайте.
Да блин, там же что-то желтое лежало на крыше. Ой, я могу еще так управлять. Почему они вообще на меня нападают? Они думают, что я виноват в этом конфликте. Меня же потом эти осудили из совета. И на какой-то такой-то зов пришел. Что за зов вообще? Почему остальные не пришли? Почему у тебя силы не было? Ладно, пусть лучше с самонаводящейся вот этой попасть вообще не надо. Долго тебя что ли бить надо? Ничего себе ты здоровье мне вынес. Да ну как, я же пытаюсь в них попасть. Ой, как это сложно. Это невыносимо сложно попадать этим джойстиком. Геймпадом намного... Ой, геймпадом мышкой намного легче, чем геймпадом. Никогда не даюсь стрелять с помощью геймпада, целиться, потому что вообще невыносимо сложно этот... Три сильных мужика. Боже, может я смогу клавой? Нет, мышка уже не работает, как классно. Лава мышь отключена. Еще и лететь надо полдня. Что за беспредел? Серьезно, нужно полдня лететь. С каких пор вас двое стало? Как ваши сферы вообще сбивать? Это же невыносимо сложно. Мне кажется, я сейчас проиграю. Даже не знаю почему. Они сейчас полетят и начнут меня лупасить. Знаю я вас таких. Вот этот уже полетел, этот полетел. Пожалуйста, конец. Тут сохранение. Если я вот так все мечу, то потом в несколько летит. В несколько существ. Не могу вот так устрелять. Это же вообще сложно. Куда мы вообще летим? Ты мог бы и пешочком пройтись, у тебя неплохо получалось. Так не думаешь? Ой, сколько можно? Попади хоть в кого-нибудь. Повыше подняться, то из лавы что-то выскакивает. Я это все собираю.
Я могу еще раз сказать, что невыносимо сложно целиться. В некоторых играх хотя бы доводить помогают. Но только не здесь, здесь живой как хочешь. Так стрелять. Может, это даже чуть-чуть мощнее. Ты попал в меня. Ты понимаешь? Ой, я за счет кого-то там отхилился. Ура, я вернул себе эту жизнь. Новая группа этих блох. Ты не думаешь, что пора остановиться? Ты мог бы вызвать такси. Или купить билет на самолет. Где мое сохранение? Если я умру, придется оттуда вот начать, да? Когда оно было в последний раз, это не классно. Понял, что тут не стоит вообще на месте стоять. Иначе не гасить будет. Поэтому я двигаюсь. Движение — это жизнь. Да, отвалите, отвалите. Где мой прицел? Я не вижу. Надеюсь, в конце мне дадут сундук с жизнью. Иначе это будет подло. Почему ты не хочешь поворачивать? И это не конец. Там огроменная штука какая-то летает. Давай, приземляйся. Так бы он летел еще неизвестно сколько. Этот кошмар закончился. Сундука нет. Это Тиамат. Похоже, она не ждала гостей. Это как царица вампиров, да? Вон опять эта штука, я не знаю, как это ломается, а вон там какой-то ключ. Или это не ключ, что это вообще такое? Может, в дальнейшем я смогу через это пролететь? Скажи, как это ломать? Думаю, это сумрачный собор, в котором поселилась Тиамат. Давай не будем ждать приглашения. Давай ты скажешь, как это сломать. Как хочешь. Мне не очень-то нужна была твоя помощь. Ладно, я не знаю, как это работает. Может, в дальнейшем я смогу за это цепляться, когда ее выиграю. Деру ей зад ее мышиной. Да ну чего ты, я только что отхилился, хватай его. Посмотрим, что здесь. Тут наверняка должны быть души. Не то. А этих я сбить могу? Попасть бы еще. Нет, тут магазинчик. Логово. То есть... Я тогда вот такой знак видел, он висел. Может, как раз там его логово было. А, можно купить осколок ярости самому. Или целиком сердце ярости. И никакой скидочки. Вот если бы сердце стоило чуточку дешевле, но нет. Каменная кожа. При использовании расходует энергию ярости.
Плоть войны становится крепче, снижая наносимый врагам урон. Тяжелое изогнутое лезвие косы способно поразить нескольких врагов одним широким ударом. То есть, это самому надо купать? Тогда уж легче вот на эту косу копить. Легендарная коса смерти одним движением может порубить нескольких врагов. Так она приносит хозяину больше душ. Удар метеора. Так, дьявольский крест увеличивает урон наносимый ударом. Может, стоит покопить как раз? Давай покопим. Извини, у меня еще целая куча душ, но я не хочу тебе их отдавать. Вон души. А теперь можно идти драться с ней. Не думаю, что она сильно рада мне будет. Это двигать нельзя. О, новый меч. Клинок тонкой работы в точности такой же, как у статуи по всему собору. А, он машет, потому что я навык такой прокачал, да, точно. Удар, задержка и удар. Так, это не то. Это мой меч теперь так выглядит, или что? Он заменил его просто? А вот это что? Гарантирует получение душ при уничтожении окружающих предметов любым способом. Пассивный эффект значительно увеличивает урон, наносимый предметами окружения. Вот это можно было вообще не прокачивать, блин. Потому что это ячейку занимает. И стоило это дорого. А этот ты мне отдать не хочешь? Он такой же, как у меня? По-моему, покрасивее будет. Можешь сказать, как это открыть? Не люблю церкви. Давай отбросим священный трепет и поскорее выпотрошим Тиамат. Так вот, да? Я даже не знал, там даже кнопка не была написана. Понятно, я-то думал, он им драться будет. А он просто вставить его решил. Вот же подстава. Я просто подошел и нажал ту кнопку. Вообще прыгнуть хотел. Поэтому нажал даже не ту. Это здоровая она, да? А, это... Она убила мое животное. Или нет? Там заперто. Да отвалите вы от меня. Вы же слабые, чего на вас вообще время тратит? За вас же даже почти душ не дают. Одну штучку. В лучшем случае две. Справа какая-то дверь, мне нужен ключ.
этим приемом даже не пользуюсь. Может, лучше бы я пользовался. Тот меч красивенький был. Верните мне его, козлы. Верните. В конце мне не хотите такой подарить? Вас тут много, можно вот что использовать. Чего ты последний был, нет? Видимо, да. Растительная бомба. Вы можете взять и метнуть эту бомбу во врага или какой-либо объект, после чего она взорвется. Ударите по ней, чтобы вызвать немедленный взрыв. Если я с собой такую возьму, она через какое-то время взорвется, да? Думаю, что да. Поднимись. Там вон сундучок. Осколок жизни, нет? Живительные эссенции восстанавливают часть запаса здоровья. У меня вроде одна такая есть. Я тут не могу карабкаться. А тут что? Карта. Открывай детальную карту местоположения. Зачем мне карта? Я ведь не знаю, как это разрушается. Там вот такая же бомба прикреплена. Такая же. Закрыли. Хотя я, наверное, могу открыть. Там вон бомба есть. Почему вот рог не может взорвать? Иди оттуда. Вот здесь я тебе буду лупасить, а там нет. Нет кинжалов каких-нибудь. Как это работает? Нет, вряд ли я достану. Ладно, идем, видно, не судьба. А, мне все-таки надо спрыгивать, да? Или нет? Меч я ведь не нашел. Видно, зря я спрыгнул.
тут только эти гады. Ладно, давай вернемся. Еще разочек. Этот меч я не могу забрать. Ключа у меня нету. Может, как раз там ключи прячется? Но ключа же тоже класс есть или нет? Блин, она взрывается у меня в руке или нет? Думаю, что да. Хочешь дальше двигаться? Блин, может, мне туда и нужно как-то попасть? А, вот тут двигать можно. Сломать я это не могу, поэтому... Путь. Могли бы тут мостик сделать какой-нибудь. Из досок хотя бы. Так вы подходите. В лаву вообще не идти. Вряд ли он выжил. Что там было? Я это случайно вообще собрал артефакт солдат. А, это душ, он за это дает 500 штук вроде. Тот сам сдох. Сундучок. Наверное, там ключ. Потому что тут больше ничего нет. Дверь закрыта. Так, и один остался. Блин, я хотел его добить. Ну да, ключ. Подстава. И это закрыто. Обратно, что ли, переться? Ты не сможешь это открыть? Ну и как хочешь. Значит, обратно пойдем. Я не хочу с тобой воевать. Уж извини. Может, в другой раз. Но если хочешь, беги за мной. Там я тебя и убью. Вместе с остальными. Чего вы пришли? Могли бы жить. Где-нибудь спрятаться. И все. Но нет, вы хотите воевать.
с таким крутым парнем. Никаких сундуков. Нет, я же нажал прыжок. Боже. Всегда так. Опять меч, он мне как раз и нужен. Но, наверное, тут придется подраться с кем-то. С тобой я еще не дрался. Это добрый мутант, да? Ведь этот небеса не очень-то добрые. Значит, я возьму меч этот. Может, тебе больнее от этого будет? Погоди, не бей. Да ну боже. Вам не помешало бы зачистить эту церковь? У вас там демоны завелись. Ты сейчас умрешь и посмотришь, кто слаб. Нет, кто здесь слаб? Даже ничего не дадут мне. Обратно переться надо с мечом этим. Да ну нет, да чего ты творишь? Нажимаю же прыжок. Вот ты окунь. Сюда! Да я в курсе, куда мне идти-то. Там меч надо вставить. Ты думаешь, я не помню? Думаешь, самый умный? Кто вообще у него меч отжал? Они продолжают драться? Чего так долго-то? Ей меч опять надо вставлять. А вон и меч. Быстрее. Ну, я почти попал. Блин. Вот так будет пусть. Тут всего лишь здоровье. А, нет, тут осколок камня жизни. Мне еще нужно два. Ладно. Эй! Что за подстава? Сдохни. Опять этот мужик. Здоровенный. Он больно бьет.
А я могу в него бомбу бросить? Это будет опасно. Куда я ее бросил? Давай-ка один на один, а? Вот с этим. Все, пока. Не подходи ко мне. То есть, если я их могу добить, то это никогда не пропадет. Я думал, со временем пропадает. И потом я уже не смогу так. Бегал, не знаю сколько. Все, сдох. Там вон сундук я вижу. А тут вот эту штуку. Блин. Наверное, надо вот так вот. Артефакт Чемпион. Этот талисман относится к наиболее ценным артефактам Легиона. 6 таких талисманов принадлежали воеводам. Может, из него даже 1000 дадут. Я же надеюсь, он так долетит. Ага, долетит. Крылья свои сложил. Но ты дурачок. Он так не долетает. Он вот восстанавливается, а жизни мне никто не возвращает. Как сюда попасть-то вообще? Так он долетать не хочет. Эй. Зацепиться не за что. Там сундук наверху я видел. Ну или внизу. А внизу два сундука. Как вот туда попасть? Может, стоит взять бомбу? Ладно. Непонятно, в общем. Ладно, думаю, на этом можно закончить. Пока.